На борьбу со снегом во дворе на улице Карла Маркса вышли дворники и тяжелая техника. Новый современный погрузчик может справиться с расчисткой двора за полчаса. Мощнее техника, легко управляемая. Так что я говорю, как там комфорт в кабине. Как видите, можно в рубашке работать. Всего в этом году управляющая компания «Жилищно-коммунальная система» закупила 4 таких погрузчика. Техника универсальная. Зимой могут убирать снег, летом и весной развозить щебень, чернозем и песок. Автопарк пополнился телескопом для высотных работ. С его помощью специалисты смогут трудиться на высоте 9-этажного дома, очищать козырьки от сосулек, убирать снег, опиливать деревья. Закупили и дополнительное навесное оборудование. При помощи щетки с увлажнителем летом убирать пыль будут эффективнее. Чтобы перерабатывать сухие ветки после опиловки деревьев, есть несколько дробилок. Еще одну новую купили этой зимой. Всего на закупку новых машин компания ЖКС направила порядка 15 миллионов рублей. Мы продолжаем мероприятия реализовывать, направленные на улучшение обслуживания жилого фонда, который находится в ведении ЖКС. Несколько единиц техники были приобретены в прошлом году, но этой техники оказалось недостаточно, поэтому в этом сезоне мы ее продолжаем докупать. Всего в арсенале ЖКС более 50 специальных машин, 20 из них снегоуборочные. В течение нескольких лет компания планирует обновить весь парк техники. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, события.